Здравствуйте. Сегодня мы читаем записки белогвардейца, опубликованные более 30 лет назад в одном из томов архива русской революции. Имени автора этих записок история не сохранила, но все события, о которых в них говорится, самые настоящие и узнаваемые. И Самара та самая. Итак, поехали. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».